дорогой друг. Если ты не знаешь, как согреться после трудового дня, либо как интересно провести эти, либо следующие выходные, то Европа Плюс ТВ вновь придет тебе на помощь. Ведь наши вечеринки способны погрузить тебя в атмосферу безудержного веселья. Как только вечерняя Москва засияла огнями, роскошное заведение «Буда-бар» приготовило сюрприз своим посетителям. Именно там Европа Плюс ТВ устроила горячую вечеринку. Welcome to Spring! Гости постепенно собирались. Мы сегодня будем греться, потому что мы сели на студии и мерзли. У нас там очень холодно, и мы, кстати, об этом говорили, что нам очень холодно. Когда же уже будет тепло? Там, где Европа Плюс ТВ, всегда тепло. Поэтому, ребята, вы пришли по адресу. Гарик Бурито также не скрывал, зачем пришел на вечеринку. Я так хочу кушать. Гарик, да нет проблем. Буда-бар способен удивить и накормить тебя самыми изысканными блюдами. Пока мы общались с гостями, неподражаемая Алина Артс в этот вечер выступила на сцене в роли ведущей. Очень приятно наблюдать вот за теми, у кого такое хорошее настроение, за теми, кто особенно энергичен. Первыми на сцене появились джукбокс-трио и начали качать по полной. Трудно было даже представить, что все эти звуки они издают сами, не используя музыкальные инструменты. Такое мастерство зрители оценили сразу. У нас согревает музыка, творческие порывы и... И атмосфера в зале, конечно. Атмосфера, ну и, конечно же, отопление. Отопление. Госэнергосбыт нам. Отопление особенно. Согреться на вечеринке Европа Плюс ТВ становилось все больше. Популярный диджей Рома Папас также приехал к нам в гости. Приехал поддержать интересный концерт «Глюкозы», ну, естественно, пообщаться с близкими и не очень близкими друзьями. Кстати, для всех поклонников Ромы есть приятный сюрприз. 7 апреля он будет зажигать на вечеринке Европа Плюс ТВ в аквапарке. Поэтому следи за новостями. Ну, а мы готовы встречать на сцене «Глюкозу», которая также не могла пропустить долгожданное событие. Я танцую на облаках. Эксклюзивно только для Европа Плюс ТВ «Глюкоза» раскрыла секрет того, как правильно согреваться. Согреваться любовью, слушать Европа Плюс, слушать хорошую динамичную музыку, танцевать, встречаться с друзьями, согреваться с ними теплым чаем. Возьмем на заметку. Чай в Буда-баре найти несложно, так же, как и хорошую атмосферу. Очень все красиво, достойно, как всегда, вкусно. Я считаю, что это один из лучших и самых красивых ресторанов нашего города. Поэтому сегодня все очень классно. С Европа Плюс ТВ всегда так. Отличное настроение и зажигательная музыка – это минимум, что ждет тебя на вечеринках любимого канала. Поэтому подписывайся на Instagram Европа Плюс ТВ и следи за новостями.